Ребята, привет! Сегодня у нас Т5, полный привод. Замена подвесных подшипников от Дана. В общем, пересмотрел YouTube, полазил по интернету, ничего толком нету, как разбирается кардан. Вот, на нем так получается, что 3 шруза, 4 имею в виду, извиняюсь. 1, 2, 3 и 4. И как они разбираются, никакой информации нету. Ну, я как этими делами не занимаюсь каждый день, так для меня это новинка. В общем, получилось так, что вот здесь есть крышечка. Вот она. В общем, ее снимаем. Она так туго стоит, там отверточкой поколупать надо. Вот. И тут стоит стопорное колечко. Его снимаем, и шрус выбирается очень-очень легко. Ну, а дальше там уже подшипник поменять нетрудно. Ну, в общем, приятного пользования.